Ну чё, Хрюндер, я тебе скажу, мы с тобой вообще молодцы такие. Один бриллиантик вроде удачно так продали. Сейчас полетим в Париж, погуляем, оттянемся. Ну а там, глядишь, бандюганы про нас и забудут. Надеюсь. Остальные брюлики, кстати, в кукле спрятаны. Там что, так что там все надежно это. Законспирировано. Да, жалко только вот лохматый куда-то там в Австрию к своей какой-то родственнице свалил. Ой-ой, смотри, а это наша сборная по футболу. Небось на чемпионат мира в Барселону намылились. Надо было нам тоже в Барселону валить. Мужики, я шикарю. Так, стоп, а билетики-то где? Мои билетики-то где? Ой. Вон они. Фу ты, господи, вон они. Ты это билетики лучше к себе положи, а то видишь, у меня карман как оттопыривает, торчит. Крюндель, беги быстрее, гориллы нас нашли! Пустите, пустите меня быстрее, быстрее меня пустите, там гориллы меня пустите скорее! Мне-то куда же мне? Чёрт, блин, рюкзак забыла! Эй, такси! Эй, автолюбитель! Стой! Фух, быстро, быстро! Шеф, гони! На север, юг, запад, восток! Куда, гони! Фух, что ли, пронесло пока? Ой. А что это за хрень? Что это такое за... Это не мой рюкзак, блин! Ну, ёк-каламане! Фух, а чё это за тапки? Чё это за валенки? Это... Блин, это же счастливые бутсы футболиста Шершавина, слышишь, шеф? Блин, ну без них он точно ни хрена не забьет в Барселоне. Блин, чё ж делать-то, а? Ну, блин, попадалово, ну вообще. Давай, шеф, давай, крути баранку, давай на вокзал. Не иначе как придется в Испанию терпелить. Спасать отечественный футбол, чтоб его. Ну, ё-моё, последние деньги этому автолюбителю отдала, а? Кровосос. Тебе придется, не знаю, что делать. Придется проводника искать, как-нибудь уговаривать его бесплатно взять. Полезет все гад со своими волосатыми руками. Обломается. Дорогой, уважаемый, обожаемый, прямо-таки товарищ, господин проводник, не будете ли вы так любезны мне как-нибудь оказать помощь и отвезти меня в Варшаву на халяву? Я понимаю, конечно, что наглая просьба, но может, можно что-нибудь придумать, скажите, пожалуйста. Ну-ка, отвали-ка. Не, ну что значит вали? Я, в принципе, отработать же могу. Я, конечно, без интима, но что-нибудь можно сделать, можно там поработать как-нибудь. Ну, если только радио подвинуть мне... Тогда можно быть, конечно. Ну и все мне пару дел надо. Насыпь табаку мне в кисет и почисти чайник. Тогда может быть, конечно, да. Ой, ну это я могу, это я точно сделаю. Давай, договорились. Так, для начала отвертка нужна. Не, фигня. Бе, фу, какая гадость, брать ее нафиг. Господи, страшно представить, что этим чайником делали. Собачку, значит, захотел. А 18 тебе уже есть, Стеф? Так, квазиоптические компрессоры импульсов электронно-позитронных коллайдеров. Отлично, для туалета самое то. Так, тут что-нибудь может быть интересненькое, даже полезненькое. Но голыми руками я эту проволоку не смогу открутить. Ну офигеть, блин, все кнопки подколупывали. Дюмелые ручки. Вот, доковыривай ее теперь, доколупывай. Вопрос только вот чем бы, а? Фонари батарейка должна быть, точняк, иначе не фуржичит. Вот тут бы ножичком бы каким-нибудь бы. Чемоданчик здесь, а техника нету. Вопрос, где техник? Ответ под забором, конечно, держишься. Получка, небось.
Не, ну зубные щетки тырить, это вообще западло как-то. Ой, да ты молодец! О, давай, садись. Ну, спасибо тебе, Гаврила, огромное! Ты смотри, если тебе до Берлина, я тебе, кстати, могу в багажный пристроить. О, крутняк, давай! Только ты мне тогда за это чемоданчик с матрешками контрабандный передашь продавцу в Берлине. Идет? По рукам, Гаврил, пошли загружаться. Давай, залазь, подам тебе чемоданчик. Фигайте тут бардак! Ой, фу, черт, Гаврила! Оставил мне на сиденье! Цирк тут что ли едет? Здравствуйте! Фу, ты еще одно пугало! Ты кто такой? Меня зовут Глист! Я профессиональный безбилетник, типа халявщик. Ну привет, коллега! Я Масяня, контрабандист мартышек, матрешек. Ну тогда сразу к делу! Тут, короче, в соседнем вагоне ресторан! Давай я поваров отвлеку, а ты раздобудешь что-нибудь пожрать на дорогу. Ну давай, давай, Глист, просочимись, раз уж пошла такая пьянка. А то нам с тобой придется этого тигра жрать по дороге. Или им у нас. Итак, лезем в соседний вагон еду воровать. Проблема — полосатый монстр на пути. Решение — отвлечь чудовище чем-нибудь и быстренько проскочить к двери. Вот так. Ишь ты, друг, какой угрюмый. Прям вылитый кашпировский. Волшебная палка, одноразовый для превращений. Что-то в этой фразе говорит мне о стране производителей. Добрый день. Ее выдрать-то оттуда, блин. Вот бы что-нибудь такое привязать к крючку к этому, а потом как дернуть. Вот. Блин, да это гиря 1000 кило весит. Я не могу ее убрать. Вот если только сдвинуть что-нибудь, вот такого скользкого что-нибудь добавить бы. Фига себе, чувырла какая страшная. Сожрет, если не подавится. Ящер превратился в сало? Я тебя сплю вообще. Чуть мне не хочется ящера сала. Свой ящер. Ну вообще, конечно, может и пригодиться, фиг знает. Масяня, скорее иду и си. Я поварам сказал, что машинист пирожком отравился. Они побежали отмазываться. Вернуться с минуты на минуту. О, ну дружище Глист, я смотрю, тут прямо офигенный банкет готовится. Наши желудки такое пропустить просто не имеют права. Ну, так поваров-то все равно нету. Они приготовить главное блюдо не успеют. А значит, отменят банкет-то. Ну нет, я лучше сама тогда все приготовлю. Но на банкете уж мы оторвемся по полной. Опа, плита-то еще горячая. Можно сковородкой попользоваться, если надо будет. Ну и конёчки. 53 размер, как минимум. Таким коньком дрова рубить нафиг можно. Ну не свинухи ли, а? Всё заляпали.
Водичка уже на месте. Ну, плиту-то включить сначала надо, это чай не скатерть самобранка. Ой, что-то газу нема. Надо газ включить. А-а-а, караул, пожар, еда горит. Воды, воды срочно. И пить тоже хочу. Блин, небось, сгорело все вообще нафиг. Но почему? В рецепте же написано тушить при температуре 200 градусов, но ты при ней тушила. Очень смешно, Гриф. Ну главное, вроде блюдо готово, типа. Только одеты мы с тобой, Глиз, как-то, блин, хреново, мягко говоря. Надо какие-то шмотки поискать. Тут что-то было такое, что на скелет одевали. Надо поискать и приодеться. Во-во, вот эти вещички для скелета в вагоне надо найти. Матрешка с балалайкас, from Russia with love, перестройка! Матрешка с балалайкас, from Russia with love, эй, мужик, эй, сувенир, матрешка с балалайкас. Матрешка с балалайкас? Эй, не, у меня теперь посылочка, чемоданчик от Гаврилы. Тихо, пойдем со мной в магазинчик там разберемся. Ты там пока сядь вон там, сейчас я чеку там тортик. Ну ладно, чеку там, окей, я тебя прошу. Что за прикол? Открывай обратно! Эй, ты хмырь безмозглый! Что за хрень? Фига себе! Ты там не дергайся! Закрыт все надежно! Сиди, не рыпайся! Вечером приду, будем жениться! Во! О, блин, непруха какая, а! Вообще просто труба! То какой-то вагон со зверьем, то теперь магазин с маньяком! Надо как-то отсюда валить срочно, пока этот хмырь не вернулся! Значит, такс, план такой. Уматывать отсюда нафиг, пока этот дебил не вернулся, а то чует мое сердце и прям живиться захочет. Враг народа, враг народа, в доступе отказано. Да, отключить ее не получится, придется сломать. Может, его водички полить, а? Ага, так вот откуда воды мы сейчас возьмем, только сейчас наберем как следует. Блин, вода-то на замок-то не льется! Надо ее во что-нибудь набрать, наверное, и полить. Просто полить. О, псих! Доллары сжигает в жертву Ленину. Ей-то маразмом погоняет. Так, решетка эта открывается, видимо, дистанционно. Сейчас, вот шнур, я вижу, тянется. Че-то какая-то знакомая надпись. Шнур я такой уже где-то видела. Ну, конечно, маньяк мечтает захватить весь мир. Обожраться и не жить. Не заряжена, туфта. Ой, что-то у меня ко всяким этим оружием какая-то антипатия такая неприятная. Ну ладно, надо так надо. Вот сволочи, а стекло бронированное, охренеть. Какой-то диск. Диск какой-то нужен.
Это колонка не подключена. Итак, доброе утро, дорогие товарищи. Начинаем утреннюю зарядку. Вверх-вверх, влево-вправо, вверх-вверх, влево-вниз. Не, ну кран, конечно, можно закрутить, но для этого разводной ключ нужен, ёкаламане. Так, осталось веревку найти. Или может сплести ее прям самостоятельно? Подружка толстомязая, да голосистая. Горячая зараза! А вдруг вот тряпки не выдержат, а? Синтетика же, блин! О, ну теперь труба остынет. Будет ништяк. Ну чё, куда мне податься-то, блин, в этом Берлине? Чё делать-то, вообще никого не знаю. Куда сунуться-то? Хожу тут, блин, как не пришей. Alles in Ordnung, Fräulein? Чего? Не поняла. А, русский турист. Wie heißt das? Извинить нас. Мы не хотим, мы, чтобы ты нас извинить, мы можем отвезти тебя на Хвин. Вену. Хочешь ты? Вену? Ну, вообще не совсем по пути, но прикольно и главное двигаться. Давай, лос, поехали. Штейн. Масяня, Хамал, есть у нас сегодня здесь концерт. Если ты нам помогать, мы тебе деньги платим. Окей? А чё, клёво, гуд, вундербар, данкишен, будет сделано, чувак. Опаньки, лохматый, нифига себе, здорово, чудило, ты же в Австрии должен быть. Здрасте, я ваша тётя, это и есть Австрия. Я тут тёте помогаю, она тут работает, а ты чё не в Париже? Чувак, я тебе скажу, тут целый роман, ты будешь рыдать. Слушай, мне нужно этим волосатикам с концертом помогать. Пойдём со мной, а? Пойдём. Этих попсовиков там чёрти что на сцене, какой-то хренью они там занимались под фанеру свою. Порвали всё. Там вообще полностью оформление менять надо, а то точняк яйцами забросают. Кстати, электричество вруби до начала, а то пропустишь что-нибудь. Чё-то не открывается. Наверное, подпёрли чем-то с той стороны. Подпёрли, припёрли, запёрли. Надо дотянуться до стула и выбить его нафиг. Ну, кто у нас тут с волчанкой? Два шага вперёд. Чё, это костюм макаки, что ли? Идущий в костюм макаки переодевается. Зрот. О, вот здесь можно будет устроить какую-нибудь коптилку. На что-нибудь положить такое, что дымится. Ну и будет типа дымовая завеса. Все писают от восторга. Кстати, вот я вот думаю, что мышки здорово подошли бы к антуражу. Если бы не дрыхли там. Как их разбудить-то? Ага, вот и порванный барабанчик. Попался. Что-то это типа какие-то надувные фигуры для сцены. Надо их это подключить. Насосик, кажется, имеется. Да не работай, шланга-то нету. Шланг нужен, йоу. Как устроить концерт? Ну, ништяк, типа инструкция. Чем-то её подковырнуть, конечно, надо, но не руками, фу, да, как ты. Ой, кажется, щиток открылся. Да будет, блин, свет! То есть профессиональное освещение. Ну, тоже да будет.
Прости, макака, жизнь это суровая штука. Да. Так, ну типа клеевая основа есть. Осталось заплатку приделать. Ну вот теперь долби, не хочу, прямо обдолбись весь. Появилась фигурка надувная, большая и охрененная. О, крутняк, краска-то светоотражающая. Надо, чтобы она что-нибудь жуткое светоотражала. А чё, мог сгодиться для дымового эффекта. Их только вот открутить надо. Ну теперь я только осталось поджечь, и дым будет что надо. Ну чё, горючее для дымовой завесы готово. Но прежде чем его поджигать, нужно сперва все остальное устроить. А то в дыму уже вообще ни хрена не увидишь. Теперь срочно поднять! Быстрее, быстрее, быстрее! Что попало отражать, никуда не годится. Что за нафиг? Ну что, все готово. Можно устраивать теперь нашу дымовую завесу. Ну что, сцена готова к концерту, господа артисты. Господа артисты, надо пойти их позвать. Слышь, дай-ка мне еще раз фотки глянуть, а? Да, клёво было вообще, обалдеть. Ух, все задала жару толстопузым, да, лохматый? Да, у них там аж бороды затопорщились. Лохматый, вылезай скорее, сейчас тут камнепад долбанёт, и вообще капец будет. Давай быстрее, вылезай. Блин, ну чё за невезуха, а что за подстава? Надо быстрее лохматого вытаскивать и валить отсюда к чертям, пока эти гуманоиды до нас не добрались. Мне бы вот бы выбраться бы через люк бы мне бы. Блин, пока этот люк откроешь, все рога подломаешь. Рога, копыта. Так, появляется мыслишка. Хе-хе, ты чё с уроку ставился? Иностранцев небось не видел? Нечистый хомячило. Вот этого Годзиллу я и использую. И это руками не выдрать, не. Масяня, я башку поцарапал. Лечи меня срочно, она болит у меня. Я никуда так не поеду. Ой, да нужен ты мне прям как кобыле третье весло. Ладно, сейчас поищу, чем тебя забинтовать, намазать. Масянь, ты уж давай быстрее чини там этот рельсотрактор. Башка уже болит среди гор сидеть-то. Шлагбаум, дошняк отсюда открывается, только дверь, блин, заколочена. Я чё, похож на суперменшу какую?
хрен его знает, поломался, наверное. Надо поковыряться. Ну, конечно, шестерни все потырили, и, конечно, ни хрена не работает, естественно. Придется новые искать вставлять. Ну, топливо нужно залить, тогда поедем. Хитрика, похоже, труба, что ли, забилась. Ну все, ёксель-моксель, можно ехать. Фух, ну все, типа поехали. Ой, машина же там осталась. И брюлики, и гориллы. Эй, остановите самолет, срочно. Остановите, мне выйти надо срочно. Обязательно прямо сейчас. Стойте, где тут стоп-кран? А, вот он стоп-кран. Стоп-кран, в самолете. Стоп-кран, в самолете. Блин, ну это шутка, ее что, не смешно что ли? Стоп-кран в самолете. Ну, а, ну вас, чувство юмора у вас нет нифига. Приехали, блин, здравствуйте, девочки. Если я отсюда навернусь, то прям страшно подумать, что из меня будет. Где здесь выбраться бы площадочка какая-то вон. Ну-ка я туда. Йо, я чё, на Эйфелевой башне что ли? Ну и чё я тут буду торчать как дурак? Надо вниз спускаться, Марсианию искать. Я немудрёный парижский завтрак. О да, да тут я смотрю, настоящий художник живет. Вон дядька какого-то на унитазе изваял. Или что это там? Эх, женщины, вино, жратва. Африка, в смысле Франция. Воу, тяжелая, блин. Надо воду отсюда нафиг вылить. Как бы ее опустить-то? Может, вот тем рычагом попробовать? Не дотянуться! Краска кольчушка. Надо что-нибудь поставить. О, телефон, ништяк! Сейчас я Масяне позвоню, у него же мобильник-то остался. Фак. Номер-то я не знаю, блин. Надо в интернете поискать, там по-любому есть, точно? Ну, туристы совсем обнаглели. Не хапай чужую вещь, мальчик. Sorry, месье, мистер, can I ваш ноутбук, мистер Близ? Блин, короче, ноутбук может вас одолжить на секундочку. Мой прекрасный попугайчик улетел. Принесите мне моего попку, тогда получишь, может быть. О, кстати, а может мне в эту штуку белый попугай попадется? Бред, конечно, но надо попробовать, надо попробовать. Блин, похоже, придется поиграть в фокусника и сделать из голубя попугая. Крэкс-пэкс, блин, фэкс. Ну на, бери, чё, мне не жалко. Я не против, пользуйся. Месье, нужен телефон для жетона? Фу, жетон для телефона? Принимаю пустые бутылки, могу обменяться. 10 штук за жетон. О! А куда я их пихать-то буду? В карманы, что ли? В трусы, в носки? Ну, теперь можно и тару поискать. Как низко я пал, боже мой.
А, к сожалению, я только сейчас вспомнил, что все жетоны кто-то спер. Пымс! Они лежали в красной банке, закрыты на замок. Вот тебе ключ, может, найдешь банку. Ну это, типа спасибо. Кроссан, тросан, волосан. А, что извините? Да ничего, спасибо говорю. Охрененных размеров спасибо. Окей, звоню. Эх, лохматый, блин, ну ведь надо было этой колымайке за 5 километров до Милана сломаться. А ведь там еще в Париж, хрюндри забирает, ёшкин кот. Ну, облом за обломом. Вот, гляди, Феррари едет, нифига себе. Лови, лови ее, хотел давно прокатиться. Пердону, а что это вы, сеньор, хули вот так вздыхаете? Тяжело. О, проблема, проблема. Я модельер, я Хулио, модельер. Еду на показ, а костюмчик шить не успел. Вот беда. Конец моей карьере. Мамма мия. Ой-ой-ой. Так это, слышь, Хулио, может, мы тебе поможем, а? Ну, за пару билетиков до Парижа. Мы вообще мастера хоть куда. Такое платье-то с варганием все попадают. Грандиозо, а? О-о-о, спасибо, белиссимо, вперед в Милан! Так, лохматый, послушай, что скажу, только не нервничай. Мы обещали Хулио помочь, да, окей? Так что кому-то из нас нужно быть моделью. Я, конечно, никуда не держусь, смотри меня, бе-бе-бе. Так что выбор у нас небольшой, готовься быть звездой. Тихо-тихо. Ого, нифига себе малярная штукатурная мастерская. Во, это то, что нужно. Из этого коврика я и сошью себе сейчас платье. Только он прибит к полу гвоздями. Чем бы его отодрать-то? А вот, кстати, не поспособствует ли этот чудесный приборчик наведению моды и прически лохматому? Хе-хе, кстати, прикольно, вот только зарядить бы его. Ну вот, как раз такими штуковинами всякие там хитрые потайные дверцы и открываются. Кажется, я попала в сказку про Буратино. Да-да, из них можно очень даже интересные туфельки соорудить. Если поработать топором. Ну и чем-нибудь режущим. И что бы эти картинки могли значить? О, какие драгоценности, прям драгоценные все из себя. Но нам не подходит, лохматому просто не к лицу. Не. Ну-ну, вот значит, где рождаются шедевры высокой моды. Отписаться можно. А вот из таблеток можно сделать бусы! А, как вам идейка? Только вот не могу крышку открутить, её бы, может, отколупнуть чем-нибудь, а? Щекотно. Нифига себе щекотно смотреть на него. Но, блин, ты теперь по-настоящему лохматый. Во всей красе. Ну, красота неписанная. Теперь нужно тебя, знаешь что, какой-нибудь бирюльки, какие-нибудь аксессуары, какую-нибудь бисюльку, что-нибудь такое. Тогда совсем красиво будет. Ну все, готово. Пошел, красавец. Хрюндель! Хрюнделё,
Иван, уйди его пасе. В смысле, как там? Че так долго, я имею в виду, блин? Я тут уже рыгаю круассанами. И где вы такую машину надыбали, красавцы? Ну ты хрюндель трюфель. Садись, давай, залезай в машину. В Барселону едем. А машину так, поклонничек один подарил, чью карьеру мы спасли. Такие мы молодцы, огурцы. Залезай. Ёлки, я чую, там уже игра началась. Как мы теперь внутрь-то попадем? Слушайте, не, ну напрямую мы никак не проникнем. Надо бы вот, не знаю, вон, смотри, там воздушные шары какие-то. Может, там того-то, сверху? Ну ты лохматый, блин, гений научной мысли. Хе-хе-хе, Эйнштейн. Давай, погнали к воздушным шарикам. Глядишь, выиграет. А то у нас уже, смотри, последний шар. Слушайте все сюда. План у нас такой. Садимся на воздушный шар, летим, значит, так сверху. И кидаем сверху тапки. Поняли? А вы где? Вы куда все разбежались-то? Че, мне опять самой все делать, а? Аглоеды. Ну давай, Масяня, сообрази там что-нибудь, придумай, мы пока тут посидим. А че я-то? Вы же мужики, че вы только под грузовиками прятаться можете? Пейте, блин. Ну-ну-ну, а ну-ка брысь от тебя. Блин, че делать-то, а? Как-то надо, чтобы эта горилла отсюда свалила. Надо подождать, пока он дойдет до машины и действовать. Ага, копеёк попивает, пухлик. Вот бы ему в чашечку какой-нибудь бятину подсунуть. Опаньки, ну чё ты тут поделаешь, а? Опять ключ нужен. Песок. Чё, братья-пацаки, песочка что ли не видели? Опа, так это ж документы на груз. Так, значит пригодится мне. Перед. Ага, чё-то там вроде сзади открылось. Мне кажется. Ну, тут либо ключ нужен, либо я уже не знаю как. Надо подождать, пока он дойдет до машины и действовать. Ну ему теперь точно будет не до размахивания палкой. Ну, лишний ключ лишним не бывает. Тут везде ключи надо пихать во все дырки. А это вообще точно не лишний. В общем, ну, короче, нужный ключ. Не словлен, не грабитель. В смысле, не пойман, не вор. Сюда баллоны пихают, видать. Так, сюда, кажется, и цепляется как раз балласт. Надо только сам балласт найти. Балласт, балласт, ку-ку. Ку-ку, балласт. Ну, прыгать-то мы не собираемся. А мешки вот для балласта нам нужны. Надо только наполнить их чем-нибудь. Мальчик, дай тете лопатку на 5 минут. Что-то поиграть захотелось, аж зачесалось. Вот ты какой мальчик жадный. А что бы с тобой поменяться? Не идет нифига! Проводись, зараза! Ну, блин, отстой! О-хо, газ пошел! Или это, полетел! Короче, шипит! Так, ну че, только болтусов этих позвать и полетели! Не беда! Ну, вылезайте, космонавты! Ракета подана! Ну, наконец, сколько можно возиться там уже? Ну, задолбали там спать, дрыхнуть! Но мы переживали, да-да-да. Ну-ну, знаю я, как вы там переживали. Храпели, блин, на всю Иорданию. Оглохнуть можно. Не, ну правда, чё? Вон на лохматого даже масло сверху капало. А он терпел героически.
Ну все, отчаливаем, понеслась! Вперед, футбол! Ну что там видно-то? Счет равный, пенальти бьют. Эй там, Шершавин! Лови галоши, блин! Вот уж вовремя вы мне бутсы скинули! Большое вам футбольное спасибо! Ой, ну не за что, ой, пожалуйста, пожалуйста. Кстати, вот в моем рюкзачке вот такая штучка одна была, игрушечка такая, как... А, кукла что ли? Ну так я ее одной какой-то девчонке подарил тут, где-то кругом крутилась. Подарил! Ну а чё, да вон эта девочка, вон она. Дяденька, смотрите, какие я камушки в куколке нашла. Я из них себе вот бусики сделала. Думали, мы вас не найдем. Ну все, капец вам, хабарики. Эй, люди, здесь Шершавин, сам Шершавин. Ну чё, пронесло? Ну ништяк, всё получилось. Слушайте, ну что теперь делать-то будем? Домой вернёмся? У меня, короче, идея. Предлагаю на море двинуть. Например, наймёмся матросами на гориллу. На галеру. На гориллу? Ну давай. Можно в шой на рунгутанга. Ну чё, в принципе, мне эта идея нравится. Двигаем в порт, дорогие волосатые соотечественники. Ну двинем. Посмотрим, чего нас там ждёт. А? Интересно! 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 Интересно!